прошла очередная игра нашего подготовительного цикла. В принципе, все прошло нормально, за исключением некоторых жестких моментов, которые были вызваны без какой-либо видимой необходимости. Хотя, с другой стороны, в таких моментах тоже нужно обкатать команду, чтобы ребята через это прошли и имели опыт. Сегодня еще было очень много моментов голевых у нас. К сожалению, забили только один мяч, и нужно будет работать над эффективностью. Сегодня намерен начал увеличивать время игры некоторых футболистов. На следующем сборе планируем дальнейшее увеличение игрового времени, чтобы в итоге довести до полноценных 90 минут. Говоря о физической форме, о физических кондициях, которыми все обычно интересуются в первую очередь, могу сказать лишь то, что в трех матчах, которые товарищи, которые мы провели за этот сбор, соперники были очень хорошо подготовлены физически, и мы им в этих играх по физике не уступили. Насколько вы довольны в целом итогами первого сбора? Все ли удалось выполнить? Доволен как поведением и отдачей ребят, отношением ребят к работе, так и достигнутым на этих сборах уровня. Считаю, что наша задача на этот сбор выполнена. Уже известны спарринг-партнеры на второй сбор? Сегодня ожидаем подтверждения от возможных наших соперников на следующем сборе. Пока что еще не буду говорить, пока нет официального подтверждения, но пока могу сказать, что планируем 4 или 5 матчей сыграть. Вся ли команда полетит в Москву на этот короткий пересменок или кто-то останется в Португалии? Здесь остается Сычев. Большинство ребят летит, возвращается в Москву, но некоторые поедут по домам. Иностранцы, наши легионеры. Я тоже в Москву лечу. Вы сейчас отслеживаете матчи Атлетика из Бильбао, по крайней мере, те, что показывает португальское телевидение, или вся подготовка еще впереди? Мы уже готовимся вовсю, и не только смотрим телевидение, и также готовимся посетить игру вживую. Когда смогут влиться в общую группу те ребята, которые ни разу не выходили на поле в контрольных матчах и тренируются пока отдельно? Думаю, что Лоськов уже сможет сыграть на следующем сборе. Амельченко я сегодня не поставил в игру, решил его поберечь, потому что он начал тренироваться с группой только в понедельник. До этого работал по индивидуальной программе в тренажерку. Ксапатер, как вы видели, сыграл уже сегодня. А Абина тоже, думаем, сможет сыграть на втором сборе, но конкретней время покажет чуть попозже. Сколько игроков должно быть в команде? И сколько игроков поедет на второй сбор? Пока что не будем торопиться с ответом на этот вопрос. Нам еще только предстоит принять это решение. И сейчас не могу я сказать, поскольку еще очень много остается вопросов. К тому же, кроме игроков, которые сейчас находятся в команде, у нас еще есть дубль. И в нем есть ряд перспективных футболистов. Поэтому вопрос остается открытым. Жозе едет в Москву. Собирается ли он встречаться с руководством и, может быть, какие-то глобальные вопросы обсуждать? Я всегда общаюсь с руководством, независимо от того, где я нахожусь, в Москве или здесь, в Португалии. Контакт всегда налажен. Мы должны всегда работать как одна команда, и мы есть одна команда.